для детей, достигших 12 лет. Здравствуйте, в эфире программа «Аксулу», и с вами я, Айдана Папанина. Весь мир поразил наш казахстанский скакун Кабирхан. Он финишировал первым на скачках в Дубае. Некоторые критики оценивают его как скакуна, рождающегося раз в 100 лет. Кабирхан влюбил в себя зрителей по всему миру, а у казахов, как известно, и к скакунам, и скачкам любовь, можно сказать, в ДНК. И мы задались таким вопросом: как развиваются скачки в Кустанайской области, есть ли женщины, занимающиеся конными видами спорта. Именно об этом сегодня мы и поговорим. Итак, у нас сегодня в гостях Айгуль Амандыкова, руководитель проекта по кустанайской породе лошадей, кандидат сельхозхозяйственных наук. Мария Кариева, жокей, занимается стрельбой из лука и КСКУ. Эльмира Карибжанова, инструктор и ипотерапевт. И Полина Штарк, конкурист. Давайте начнем, Айгуль, с вас. Почему вы выбрали именно ветеринарию и почему решили изучать селекцию? Вы рассказывали мне, что у вас любовь к лошадям началась еще со студенческой поры. Да, даже можно, может, даже и раньше. Приезжая в село Заречное в раннем детстве, когда мама оставляла меня на каникулы, получается, именно тот дом находился напротив конного завода. И наблюдая с балкона, как выходят на тренировки лошади, более 20 голов, такие статные, рыжие, красавцы, будем говорить, наше кустанайское золото, с 6 класса зародилась данная любовь. Но после 11 класса я поступила на специальность зоотехник-селекционер, проучившись 5 лет, получила данную специальность, и с первого курса мы как бы именно с нашей группы только двое студентов, то есть я и Анюта, мы попали на данный кустанайский конный завод. Практически не выходили с данного конного завода, занимались лошадками, лошадьми, любили их, учились работать с ними, потому что техника безопасности, правильная, как бы все это очень большой багаж знаний должен быть. Ну и сама дипломная работа по направлению тренинга кустанайской породы лошадей дала себе большой богатый опыт. Затем дальнейшая научно-исследовательская работа, это уже после окончания университета, это уже диссертация кандидатская, защита в университете имени Жангирхана в Уральске. Вхожу в Академию наук именно по направлению, как бы продолжаю научные проекты и занимаюсь ведением авторства государственной племенной книги лошадей. Вот такая любовь, она как бы не исчезает, продолжается вот именно и в селекции, в работе, в научном плане, потому что кустанайская порода лошадей, она у нас единственная. А в чем вот ее главное отличие от других пород? Отличие от того, что она у нас полукровная, да, будем говорить, зарегистрированная в 1951 году, утвержденная, ну, более 70 лет на данном этапе. В чем она уникальна? То, что она верховоупряжного направления. То есть ее можно использовать и на гладкие дистанции, и наши национальные любимые дистанции. И также вот в конкуре используется ранее, вот был великий мастер-тренер Дубов. В Алмате сейчас находится 2 жеребца. Ну, в Алмате, вот Полина далее может рассказать, что более направление по именно конкуру и выездке, это у нас Астана и Алмата. У нас как бы такое направление уже с 90-х годов не ведется. И оно вот такого вот широкого спектра. Выездка, может, и на скачках, да, и на скачках, да? И в тройке она может, и в упряжи она может, она испытывалась и в коляске, потому что есть свои рекорды, которые резвости до сих пор не побили, там у нас жеребцы билетер, вот как вы про Кабирхана представили, есть жеребец Неон, жеребец Червонец, который на 100 километров с тягловыми усилиями протяженностью 100 километров. Очень много. Кобыла бедовая, Занавес, жеребец, Закат. Они все в Кустанае? Они все рожденные на Кустанайском конном заводе. На конном заводе есть аллея памятника жеребцов-производителей, которые похоронены. То есть очень
Интересная работа, можем говорить, интересная порода. И она известна, как бы, я на ВДНХ, на Пятигорском конном заводе. Вот, у него очень много грамот, очень много достижений. И почему бы нет, почему бы не развивать свою данную породу, которая может участвовать и в гладких дистанциях, и в конкуре, и в выездке. То есть это олимпийский вид направления, будем говорить. В 2025 году будет проходить международные олимпийские виды по конному спорту в Таиланде. Мы можем участвовать по конкуру, по выездке, но для этого нам нужно уже готовиться как бы сейчас. Даже год назад надо было начинать. А вот как вы с лошадьми работаете, расскажите, интересно. Сейчас единственное развитие, то есть это нужно ее сохранить, потому что она на грани исчезновения. А сколько голов в Кустанае сегодня есть, насчитывается? В Кустанайской области, будем говорить, около 200. Это голов. Очень мало. Это очень мало. Вот, мы как бы сейчас производим закуп, сохраняем, разводим ее. Ну и, конечно, без спортивного направления, без работоспособности, определения по качеству потомства и определения по работоспособности, приплод должен испытываться, потому что это спортивное направление. Uh-huh. И далее он уже и производит его отборку. Вот как Кабирхан, вы говорили, он когда вот его скаковую карьеру он показал, он любой жеребец-производитель будет говорить, что вот не он, он линия не он, да, мы ведем патентоведение, то есть на каждого этого селекционное достижение должно быть свой инновационный патент. То есть такое доказательство живое, да, что он способен. Он способен, и что его потомство в течение 10 лет по работоспособности дали такие-то дистанции, такие-то результаты, и все это заносится, и получается селекционное достижение. Мы на данном этапе уже линия неона, она уже ушла в те года, будем говорить, да, он сам 74-го года рождения жеребец. И то есть его уже родословное уходит в четвертое поколение, если по госклим-книге судить, в третьем, четвертом поколении. Мы сейчас задались вопросом и заклали уже две новые линии. Это линия преферанса и наурстоя. А также у нас в планах линия бесмоншака. Есть такой жеребец-производитель. То есть мы делим жеребцов на линейных и нелинейных, потому что в кустанайской породе есть такое прилитие крови. Мы имеем право только приливать по монетировке чистокровную английскую верховую, либо арабскую. То есть если жеребец там сидит англичанин, он считается нелинейный. А если он чистопородный кустанаец, то есть мы имеем право дальше его потомство исследовать и получать достижение. Это затратное дело, скажите? Вообще спортивное коневодство – это затратное дело. Потому что это вырастить жеребенка, нужно иметь правильных питание, условия. Кадров. Угу. Правильное питание, условия, содержание. Здоровье, да. Здоровье. Следили, чтобы ветеринары за его здоровье. Заучка, заездка, кормление, гигиена. Угу. Соответствующие кадры, которые знают, как работать со спортивной лошадью, а не с обычной продуктивной. То есть сегодня эту породу поддерживают, по сути, частные руки, да? Которые остались неравнодушны к этой породе. Да. И каковы сейчас успехи? Успехи. Сейчас мы ведем работу с оформлением земельного участка для строительства конного клуба спортивного с именно разведением данной кустанайской породы, с ведением научно-селекционной базы и выходом на международный уровень. Мария, когда вы начали заниматься конным спортом, в каких направлениях пробовали себя, почему именно любовь к лошадям, а не к каким-то другим видам спорта и животным? Ну, занимаюсь я около 6 лет, не считая никаких перерывов. Раньше занималась в спортшколе на жамбату, стрельбу из лука, также КСКУ, национальный вид спорта. Сейчас уже перешла на скачки, в дальнейшем хочу в этом развиваться. Ну, это в своих тренировках. Сколько раз в неделю? Куда приходишь? Каждый день. У нас проходят тренировки абсолютно каждый день. Мы делаем около 4 проездок в день на Кустанайском конезаводе. Иногда выезжаем в поля или же вот ипподром. Также иногда бывает на Тобол, то есть рядом. А девушек много кто увлекается скачками? Ну, или в основном мальчишки? Вообще парни? Девушек мало очень, я бы сказала, практически единицы.
В основном это как мужское занятие считается, даже на длинной дистанции в основном мужчины скачут. А ты пробовала уже участвовать в байге? В байге нет, но я участвовала в гладких скачках в 2022 году. Выиграла 3 третьих места на лошади Расу. Потом в предыдущем году, в 2023, скакала на закрытии скакового сезона на «Быстрой звезде». Пришли мы с ней вторые. Вот, в общем-то, так. Это областной конкурс был или республиканский? Областной. Это республиканские соревнования, про которые я вам говорила. Вот второй год подряд мы финансировали. То есть ты стала второй в республиканских соревнованиях? Ну да. Хороший. Родители поддерживают тебя в такой зоне? Я не переживаю, что ты вдруг там... Травмы могут быть, да? Но я как мама, я бы переживала. Ну, мама, конечно, переживает. Были, конечно, и падения, и, скажем, более серьезные падения. Даже доходило до сотрясений. Ну, а в целом мама поддерживает, все родственники только за, гордятся. Вот эта связь между жокеем и лошадью, как вот она устанавливается? Вот ты сказала, что у тебя были разные лошади на разных скачках. У меня как стереотип в голове, что если один спортсмен, то у него должна быть должен быть один скакун, ну, как, для того, чтобы вы друг друга максимально понимали. У нас на конезаводе есть вот довольно-таки несколько лошадей, которые закреплены за определенными жокеями. Uh-huh. И именно эти жокеи их тренируют, готовят, заезжают и, собственно, участвуют в скачках. В основном это у нас договоренность с сахаром или морковью. Но также разговоры, разумеется, связаны как раз-таки с ипотерапией, то, что... Как выразиться? Правильно. Вообще лошадь чувствует человека. Да, когда ее любит, она на контакт идет. А бывало такое, что ты не находилась в контакте с определенной лошадью, и она вот не слушалась тебя? Да, конечно, такое тоже бывает. Своенравные лошади тоже бывают. Но такое тоже поправимое. Есть с каждой лошадью определенный подход. И удавалось договориться, конечно. Про Коску очень интересно. У нас когда проходили такие игры? В Коску вообще проходит каждый год на скачках, именно от спортшколы. Получается, я участвовала, по-моему, в 2019 году в этих соревнованиях, и мы, по-моему, выиграли даже денежный приз, если я не ошибаюсь. Вот. Дистанция обычно просто 100 метров, 100-200 метров, короткая. А садакату, это получается ты на лошади? Нет, не садакату, а жамбету. Жамбету, это разное, да? Садакату это с места, а жамбету это на лошади. Вот ты на лошади, да. Получается. А почему ты решила в этом себя попробовать? Мне, так сказать, предложил тренер, я согласилась, почему бы нет. Люблю, точнее, я открыта к чему-то новому. И мы решили сначала, разумеется, с места пробовали, стреляли в подвижные мишени, подвешенные. С дальнего расстояния, с ближнего расстояния, а потом уже перешли постепенно на лошадей, стали их приучать к этому. Что нужно там где-то остановиться, да? Где-то темп сбавить, там, чтобы они спокойно к этому относились, не пугались. Там же тоже целая математика, на самом деле, своя наука. Ветер, если это в открытом пространстве, да, где-то может мишень двигаться, там же подвесные, да, мишени. Техника, руки, это все сложно. А еще вес самого? Вес садника, вес лука, все это должно лука, учитываться. Да. Также определенная посадка должна быть нужна, чтобы тебя не трясло во время, скажем так, скачки, чтобы ты именно попал в цель. А в каком направлении будешь теперь развиваться? Что больше нравится? Ну, честно, пока занимаюсь скачками. Вот мы сейчас готовим лошадей на конезаводе, как я сказала ранее. И планируем уже выступать на различные дистанции. Ну, в основном это у нас гладкие скачки, но также на длинные дистанции тоже имеет слушание. Эльмира, теперь про ипотерапию. Насколько я понимаю, это лечение с помощью лошадей. Да. Ипотерапия – это лечебная верховая езда. Контакт с лошадью, температура лошади, температура человека – выше на разница между 1.5%. То есть, когда ребенок, сидя без седла, сидит, допустим, ДЦП со спастикой ног, рук, во время шагания колебательных движений лошади идет расслабляющие массажные движения,
спастику всадника, то есть ног, рук по всему телу. Тело его расслабляется, того не понимая, импульс, он да, сам да, ага. При колебательном движении ноги его трехперпендикулярно. И не понимая сам всадник, болеющий ребенок опорно-двигательного аппарата, он не понимает того, что у него расслабляется эта спастика. То есть она расслабляется и напрягается, расслабляется, напрягается. Терапия проходит 25 минут. Это что касательно ДЦП. Допустим, аутист с ЗПР диагнозом, у них это на психогенном. То есть это социальная адаптация, то есть он садится на лошадь, он чувствует себя ответственным, большим. То есть все рядом идущие люди, инструктор, коновод, там, родители, он чувствует себя возвышенным. То есть он сидит на лошади, на таком большом животном. Он себя чувствует, как говорят, превосходно. То есть ему это нравится, что его восхваляют, радуются, положительные эмоции в этот момент он получает. Мощное биополе от лошади идет, социально он развивается. Ну, плюс контакт с животным, да, тоже. Да, контакт с животным, 25 минут терапии также проходит для всех детей с диагнозом. Ну, общая совокупность идет мощное биополе от лошади. То есть это кормление, чистка лошади, также расчесывание, гладжение. Этим тоже занимаются дети, да? Да, также после занятия они могут почистить. То есть если рука в спастике, руку, упражнение делается, кормление с ладошек. То есть это более интересно ребенку, увлекательно. Да, это увлекательно. Угу. Казалось бы, что покормить ребенка, покормить лошадь с руки, казалось бы, для нас взрослых, да, но на самом деле для таких особенных детей, как дети ограниченных, солнечных детей, это для них это целый мир, это целый шаг вперед. Достигнуть такого результата, сидя на лошади. Во-первых, побороть страх. Я сама иногда боюсь животных. Ну, вот так вот близко не подойдешь к чужой лошади, но да. Она же может себя повести. Ну, для ипотерапии лошади, конечно, не подходят для лошади, как для скачек, да, для каких-либо боевых. Они более спокойны. Специально у них рост должен быть, структура спины, ширина и так далее. То есть есть обязательно требования к лошади ипотерапевтической. Вы, по-моему, единственный инструктор, да, в Кустанае? В Кустанае, да, одна из первых. Я с мая месяца 2023 года начала вести ипотерапию. Я съездила на обучение, проводила это на своем желании, на амбициях, а на своей лошади. А почему именно такое направление вы решили обучиться? Я начинала с волонтерства. Все пошло по любви. Я полюбила лошадь, полюбила людей, кто катается на лошади, да, это мощное биополе, это заряд, это энергия, это радость, это, если ты приходишь на конюшню с депрессией, то уходишь уже спустя несколько часов уже без депрессии, да, счастливым, полной энергии и сил, вот, и мне нравилось катать людей, я потом обратила внимание, что приезжают дети ограниченных возможностей, и мне стало интересно, с чем это связано, как лошадь может причинить такую радость особенному ребенку, да? И я съездила, обучилась, приехала сразу, недолго, 1 мая, 30 апреля я приехала с обучения, и с 1 мая я начала обучать, проводить пилотный, то есть я на бесплатной основе проводила, а потом как бы дальше со скидкой прошло, потом, когда открылся манеж в Заречном, меня пригласили на открытие этого Заречного манежа. После открытия также я с разрешения руководителя меня впустили. Сейчас я принимаю деток в этом манеже. Пока это все на коммерческой основе, а совсем скоро вы планируете бесплатно, да, помогать детям? Да, вот я продвигаю с прошлого года вот ипотерапию как реабилитацию, как метод восстановления. То есть в соседних городах, в областях эта ипотерапия бесплатно идет с дотацией государства. То есть, где я обучалась, это нас обучали этому, и приехав с обучения, стала сразу незамедлительно проводить вот эти вот, продвигать в соцзащиту, управление спорта, да. У меня есть мамочки, группы есть, и государство поддерживает нас уже. Есть манеж ипотерапевтический, да, предназначенный Заречным, мы благодарны. То есть манеж уже бесплатный, да? Да, по сути, если бы услуги оплатили через госсоцзаказ, да, то тогда бы детки могли бы заниматься вообще бесплатно, действительно, как
терапия, да? Вот? Да. И как? По терапии, угу. Да. И вот мы дошли уже до такого уровня, что вот-вот скоро уже детки получат финансовую помощь. По сути, реабилитацию, как, например, физиотерапия, какие-то другие методы же, они же бесплатные, да, также могло бы быть, в принципе, и по терапии. Но эта терапия, не скажу, что это очень дешево, нет. То есть на одну человека должно быть около 3-4 сотрудников, то есть кадр. Ну, к тому же лошадь надо кормить, ухаживать за ней, да? Да, то есть это инструктор, помощник инструктора, психолог, медик, коновод. А, вот сколько людей, вот, пятеро, да, человек. Да. То есть там определенное количество людей должно быть обязательно, чтобы под этим всем контролем было. А бывает, когда дети совсем не хотят, ведь, например, ребенок аутист, он же... ко всему новому очень относится настороженно. Как вот вы к этому подходите, что он уже и может сесть на лошадь? Это же такой долгий процесс. С каждым ребенком диагноз, у них реакция вообще очень, у всех разная. Кто-то там уже с двери плачет, уже слезы крокодильные. Кто-то боится. Правильно, кто-то боится, кто-то сразу запрыгивает. У всех разное. Ну, если это гиперактивный ребенок, то он, наверное, да. То есть, и с каждым находишь подход. То есть, если я к этому пришла по любви, и также детям, также относишься по любви, смотришь на него, присматриваешься, как, что нравится, что не нравится, время надо. То есть он пришел, сразу запрыгнул, нет, он может быть 10-15 минут познакомиться. Ну, в общем, как-то это у меня погладить, да, потому что для него голова лошади — это самое огромное, это чудище, кажется, для него, для его сознания, да. Вот, я нахожу такой подход. Я не знаю, откуда он у меня, но какой бы ребенок ни приезжал, с каким бы диагнозом, он в любом случае уйдет от меня радостным, счастливым, да, получив эмоции, и потом спустя домой придя, вечером он рассказывает родителям, какие он получил бури эмоций, и что он хочет еще и еще. Но, увы, у каждого родителя нет возможности в частном порядке, нет возможности возить его в Заречный. Да, это не что близко. Это очень, не близко, И есть такие моменты, когда родителям говорит: стоп, нет. Это тоже очень, конечно, это очень... Жаль, конечно, да, ребенок уже и привык, уже и хочет, например, да, заниматься с лошадью, а тут, финансовый вопрос тоже, понятное дело. Не всегда можно решить. Я думаю, интересно было бы какой-нибудь автобус, который бы их забирал. Да, хорошая идея. В других соседних городах я знаю, слышал, есть доставка. Также в госзакупах участвует доставка. То есть автобус едет, в автобусе водитель, соцработник. Работник, да. Он по списку забирает детей определенные, кто может самостоятельно передвигаться. Кто с родителем. Кто с родителем, сопровождающий, да. И они сажают в автобус. Если колясничники, это было бы очень удобно. Автобусы должны приспособлены, обязательно. Они приезжают в манеж, соцработник считает поголовно, сколько детей и так далее, сколько кто прошло терапии, все мы дождались, соцработник посчитает, все, расписывается, все, и уезжает также, отправляет всем по домам. Как бы в соседних городах, в соседних областях так проходит процедура. Сейчас у нас в Кустанае мы еще пока не знаем, мы пилотные, мы как только-только родились, да, и мы не знаем, как еще подходить к этому, но я думаю, что мы все вместе добьемся. Управление спорта, соцзащита, я с родителями, мы все командой целым добьемся успеха, и по терапии будет в Кустанайской области, я в это верю. И целый манеж есть, да, уже место, локация есть, искать не нужно, да. Терапевт хороший есть, по сути, и по терапевт хороший есть. Теперь, по сути, вопрос только в финансировании, да? Надеемся, он благополучно решится. Полина, расскажи, пожалуйста, в чем разница твоего вида спорта, конкура, от других? Конкур – это преодоление препятствий на лошади. Там очень важен баланс всадника, а также доверие к лошади. То есть, когда ты прыгаешь, это не только физическое усилие. Надо очень сильно доверять и чувствовать контакт с лошадью. Если лошадь почувствует страх, она просто остановится перед барьером. То есть у меня тоже такое происходило, когда, допустим, стоит большая высота, конь просто закидывается, потому что я боюсь. А скачек это отличается тем, что это олимпийский вид спорта. Скачки являются племенным испытанием. То есть, как ранее говорили, каждая лошадь на конезаводе обязана пройти скаковой тренинг. То есть по скачкам определяется, какая лошадь сможет пойти в производители, какая лошадь очень перспективная и какой у нее будет потомство. Какая-то спортсменка, какая может быть племенным, да, дать потомство. А в конкуре это олимпийский вид спорта.
И мне он понравился этим, его как бы красотой, то, что это очень захватывающий вид спорта, и когда прыгаешь, получаешь безумный адреналин. Согласна. Какая у тебя лошадь? С кем ты занимаешься? У тебя есть тренер наверняка. Да, на данный момент у меня есть тренерша, и я занимаюсь на ее коне. С этим конем мы прыгаем сейчас примерно метр. С ним у нас не всегда все просто, потому что это конь одного хозяина, то есть он признавал только свою хозяйку. И где-то месяца два мы просто пытались найти с ним контакт. То есть где-то я проводила с ним побольше времени, чтобы он начал меня воспринимать. Где-то он издевался надо мной. Как это выражалось? То есть, да, конь может издеваться над всадником специально. То есть он может не подняться в галоп, он может не прыгнуть. Ну, просто остановиться и все, да? При этом, когда садится хозяйка, он это все делает. Потому что лошади очень умные животные. Вот, допустим, когда у меня была своя лошадь, она тоже так делала. Подо мной она выполняла все нужные команды, прыгала, бегала. Когда садилась моя подруга, она ее скидывала. Без разницы как, куда, жестоко. Как они это чувствуют, да? Поразительно. Как они это чувствуют. А сегодня ты более-менее нашла со своим новым другом какой-то контакт, да? Какие успехи? Ну, на данный момент мы пока не можем выезжать на соревнования. Почему? Потому что в нашем городе конкур не развит. То есть моя тренерша – это на данный момент единственный человек в городе, который занимается данным видом спорта. Мы с ней познакомились совершенно случайно, только потому что, что я, что она, мы любим конкур. И мы на самом деле очень надеемся как-то развивать этот вид спорта, потому что с помощью конкура мы можем показать нашу отечественную породу на международных соревнованиях. И чтобы наших спортсменов знали в других странах. А вот, кстати, породы какой нынешний конь? Конь, на котором я занимаюсь сейчас, он помесь казахской лошади и монгола. Но я считаю, что кустанайцы, допустим, очень хорошо подойдут в конкурс, потому что моя прошлая лошадь, она была помесь кустанайки и англичанина. То есть, по сути, через несколько лет, если так вот судить на будущее, да, ты могла бы сама воспитать под себя как бы тогда коня кустанайской породы и далее выступать с ней на каких-то международных конкурсах и Олимпийских играх. На самом деле у меня это уже как бы было, то есть когда мне купили лошадь, ей было всего год. Я ее воспитала под себя. Мы планировали готовиться к соревнованиям по конкуру. Ну, произошла такая ситуация, что, к сожалению, мы были вынуждены ее продать. Это как бы никак не с родителями не связано, просто пришлось, к сожалению. Но это финансовый вопрос, наверное, да? Даже не содержание. Ну, были обстоятельства хорошо. Определенные. Вот. И в будущем, да, я планирую снова покупать себе лошадь и готовить к конкуру, выступать с ней. Это очень аристократичный, мне кажется, такой, да, вид спорта, очень красивый. Мне нравится, иногда видео встречаешь, может быть, я не сильно в этом разбираюсь, но когда лошадь перепрыгивает, преодолевает препятствие, это захватывающе. А бывает видео наоборот, когда лошадь остановилась, да, и там препятствие сломалось, и, к сожалению, вот Жаки не сумела ее как бы этот, сподвигнуть на то, чтобы она сделала этот прыжок. Как у тебя происходит это? Вот что ты мысленно или на самом деле очень важно и мысленно во время прыжка взаимодействовать с конем. Самой не бояться, может быть, главное. Да, важно самой не бояться. Возможно, представить, что ты летишь на этой лошади. То есть, когда конь заходит на барьер, ты должна его мыслями как бы перенести через этот барьер. Помимо того, что физически нужно очень правильно держать посадку, то есть коню может быть неудобно, я могу ему перегрузить спину, допустим, и он может споткнуться, упасть. Бывают такие случаи, что конь переворачивается вместе со всадником после барьера. Я тоже падала с этого коня и с других коней. Я достаточно часто падала, насколько я помню, уже 8 раз. Ну, после падений я не считаю, что это страшно как-то, то есть обратно садишься в седло, пробуешь снова и снова. А у воспитанников у твоего тренера много или нет? Все-таки мало. Молодежь вообще интересуется этим видом спорта? Молодежь интересуется, да. И у меня есть знакомые, которые интересуются, хотели бы развиваться в этом виде спорта, но наш город этого пока что не позволяет. И на данный момент мой тренер пока что может взять только меня, потому что конь
тоже не может выдерживать большое количество всадников. То есть спортивная лошадь — это не лошадь, которая работает в прокате, это лошадь, у которой может быть закреплено от 1 до 3 человек, иначе у лошади теряется работоспособность. Также, если моя тренерша решит купить еще одну лошадь, мы, возможно, создадим команду, то, конечно, она планирует набирать новых учеников. Но ведь хорошей породы лошадь, она же ведь дорогостоящая. Обязательно племенная спортивная лошадь. Она... Да. Даже наш Кабирхан стоил жеребцом 10 тысяч долларов. Вот я сегодня читала, 10 тысяч долларов он стоил, но пройдя такой путь от жеребца до чемпиона, получил 1 000 000 долларов. Ну, своим владельцам он принес 1 000 000 долларов, а это большие деньги. Вы говорили про спонсорские средства, если в Казахстане, например, скачки проходят. Где вообще берут эти спонсорские средства? И ведь это главная мотивация для спортсмена заниматься дальше. Одна из мотиваций, скажем Одна так. Одна из мотиваций, потому что спортивная лошадь, она же дорогостоящая, об этом мы и говорили. То есть это конная амуниция, это содержание, это свои витамины, вакцинации, потому что без определенных вакцинаций ты не выедешь не по Казахстану, а если мы сейчас говорим на международный уровень, это нужно иметь международный паспорт, международные вакцины, лицензии. Вот про школу, вот что Полина говорила, планируется в этом году запустить такой пилотный проект именно по обучению на 2 специальностях. Это тренеров, вот, правда, не знаю, какого направления все-таки выберут. Я как бы им предлагала и национальный отдельно, и классику отдельно, потому что это как бы оно вместе не... Ну вот конкур, это тоже должно быть по отдельности, выездка. То есть мы должны готовить кадров. Вот у нас Бауржан Мырзабаев единственный жокей, который прославляет Казахстан за рубежом. Сейчас Кабирхан, но это чистокровно английская порода. Да. Единственный жокей у нас с международным уровнем – это Бауржан Мырзабаев. То есть вот он сам уехал и отучился, и поставил себе цель, и как бы сейчас работает. У нас таких школ в Казахстане нет. Должна быть правильная подготовка кадров. Школа коневодства, институт коневодства, школа жокеев, тренеров. У нас лицензированных там, мы должны быть с лицензией. Расчистка копыт правильная, правильная ветеринарная клиника, допинг-контроль, потому что сейчас сплошь и рядом некоторые лекарства, не знающий тренер, допустим, поставил один какой-нибудь препарат противовоспалительный, да, а он имеет как бы допинг. То есть вот это очень тонкая работа, каждый должен работать по своему направлению. Ветеринария, селекция, зоотехния, расчистка, кормление, логистика. Нехватка таких кадров все-таки есть, да? 90%. Какой ужас. Вот и нигде их, по сути, не обучают. Если вам, можно сказать, вам повезло, да, можно сказать, вы там видели с детства конезавод, вы горели этим, да, вы сами, по сути, к этому, да, пришли. И там же какие-то основы, азы тоже изучили. И были знакомы с теми, кто давно этим занимается. Конечно, кто-то я же знакома, передал опыт. Конечно, с самим Дубовым, который мастер спорта именно вот такого, при СССР, будем говорить, значения по конкуру, по выездке. У него вообще такие были длинные усы, интересные. Вот. Попов Виктор Петрович, да и много селекционеров. Ольга Станиславовна, Брелина Михайловна, про которые как бы вот... Людмила Алексеевна, люди такие, которые своего дела с лошадьми, вот только с лошадьми работают, именно с кустанайской породой. И выиграв конкурс, подав конкурс из 80 женщин, именно посольство Франции выбрало меня. Я прошла данный конкурс и получила номинацию «Выдающаяся женщина Казахстана», и мне организовали поездку именно в исторические издания конюшни Франции. Я изучила их опыт, все их ипподромы, какая у них клиника, как они проводят аккредитацию жокеев, аккредитацию конюхов. Там у них прям на ипподроме общежитие, колледжи, они прям там и живут, и работают, и фитнес у них, и столовая, там целый мир. Комплекс такой, да, там, да, ну, ты зашел, и оттуда даже выходить не хочешь.
И это такая колоссальная работа. Рай для любителей лошадей. Это рай. Там можно самим остаться и прям жить с лошадьми вместе. То есть там и спортсмены, там и специалисты, там и сами лошади. Да, и клиника, различные хирургические операции. И сейчас они вот готовятся к олимпийским тоже как бы направлениям. Они для олимпийцев строят отдельную ветеринарную клинику, чтобы они не смешивались с теми лошадьми, которые проводят операцию. Потому что спорт – это травмы, а травмы – это хирургия, это клиника. И очень колоссальная работа, столько всего увидела. А в каком году вы ездили? Я ездила в 22-м году. А, ну, то есть недавно, по сути. Да. Угу. Конкурс выиграла в 20-м, но не смогла выехать, потому что наступила пандемия. Да, да, да. И я как бы в 22-м году выехала, и... Допинг-контроль, лаборатории, там вот просто к спортивной лошади так не подойдешь. Вот ты, ты любишь, подошел, нет. То есть запах духов, там прикосновение, все это влияет на их реакции. Там очень все строго. Ну, в перспективе, какое развитие вы все-таки видите кустанайской породы? Вот что нужно сделать вот в первую очередь, чтобы эта порода дальше вот развивалась и был приплод? В первую очередь, сейчас я как бы же по всему Казахстану участников вот, работаю с первичным учетом. Это, конечно, очень тяжело, потому что кто-то тебя послушает, кто-то не слушает. Все-таки я решила заняться своим хозяйством, нашим хозяйством, которое будем начинать, увеличивать его до крупного, такого будем говорить, да, завода. И наш кустанайский завод, и есть вот пару филиалов, которые крестьянские хозяйства ТО, которые уже будем говорить, что они могут получить статус завода. То есть от 30 каниматок и выше кустанайской породы, то есть вот с ними работать и вести первичный учет именно кустанайской породы, то есть на каждую лошадь там определенные формы, F1, F2, начиная до F13, карточка племенного жеребца кобылы, их приплода, журнал отоврения. Что-то случится. Бонитировки. Вот жеребенок родился в 3 дня, ему нужно сделать промеры полностью. Высоты в холке, обхват пястья, обхват груди. Потом начинается в 3 месяца, в 6 месяцев, в год, в 1,5. То есть до 4-летнего возраста он все эти стадии проходит. Это все фиксируется. Эта племенная работа должна вестись. Вот это на данном этапе сейчас веду только я, понимаете? Только весь вот этот получается у меня в голове целое древо, целый генотип каждой лошади. И чтобы они между собой не было инбридинга. То есть инбридинг это родственное спаривание. Если будет инбридинг, то уже ребенок родится уродом. У него может там одна нога кривая быть или там нос какой-то не такой. Генетические связи. То есть это нужно предвидеть, какой отбор, подбор кобылым каниматкам. Все это вести, ну и увеличивать поголовье. Правильное, то есть отбор-подбор, увеличить каниматок, потому что без каниматок мы не сможем. А могут, например, владельцы крупных крестьянских хозяйств взять 2 лошади? Могут. Могут 2 лошади приобрести, купить за свой счет. Ну, например, как идея у меня просто в голове это родилось. Могут приобрести 2 лошадей кустанайской породы, например. Случить их с жеребцом правильным по подбору. По подбору взять, дальше, так договориться, и дальше просто развивать. Могут. Могут вполне вырастить достойного коня и потом его, в принципе, продать на скачки или на какие-то... Да. И обязательно должны быть ежегодные племенные испытания. То есть наша цель такая сейчас создать единую базу лошадей, над которым занимаемся мы сейчас, соответствующие правильно, да, происхождением, генотипом. Единые племенные испытания, аукцион. Ну, то есть они все время должны будут с вами быть в контакте, да. И в любой момент. Аукцион лошади обязательно должен быть раз в год проводиться, выводка лошадей, то есть лучших жеребцов-производителей показывать, лучших каниматок, лучший там тренинг такой молодняк прошел. Чтобы, вот как показываешь сельскохозяйственную ярмарку сельхозтехники, то же самое вот и у нас должна быть выводка лошадей. Это обязательный. Есть комплекс мероприятий, вот это написано вот в данной книге. Эта книга вышла в этом году, в 2023 году. То есть готовая программа? Да. По сохранению породы? По сохранению породы она вот вся вот в этой книге. Это ваша работа, да. Здесь, да? Да. Научная.
Уже план есть. План есть. Да. Осталось только найти деньги. Деньги, кадры. Кадры, кадры, нужны, да, кадры. Нужны. Вот надеемся на наше молодое поколение. Девочки растут. Я как бы вот когда на конном заводе еще работали, с девочками разговаривали, куда вы будете поступать. По сельхознаправленности, или как вот ранее как-то говорили про психологию, а уже менеджер и Полина вот как будет поступать. То есть специальность обязательно должна быть, должна соответствовать. Ну, образовательная база, да, такая, да, должна потому быть, что там тоже практика. Как бы лошади. И угу. Готовить тренеров, жокеев, даже конюхов надо правильно готовить, потому что это правильное кормление, гигиена. Нюансов на самом деле много. Да. Я вам желаю успеха в вашей работе. Юные спортсменки, вам тоже новых побед, новых достижений. С вами была программа «Аксулу». До новых встреч.